Ашенвальд пока 14-й. А его сменяет Юкия Сато, Япония. Бронзовый призер чемпионата мира, последнего в командных соревнованиях. Победитель последнего кубкового этапа в Саппоро домашнего. Не знаю, как вы оцениваете этот жест японца при приземлении, удовлетворен или напротив спортсмен. Но как бы то ни было, 131 метр и средние оценки 17,5. Оставляют за ним право исправить, наверное, те недочеты, которые увидел он сам и судьи. 12-й результат промежуточный, и он участник следующего раунда.